Добрый день, дорогие друзья. Добрый день. Спасибо. В цирке главное чудо – это, конечно, ваши аплодисменты. Московский цирк Никулина – необыкновенный цирк, в котором живут обыкновенные чудеса. Вот ты, мальчик, не смотри. Скажи, а какое чудо ты ждешь? Я хочу стать клоуном. Клоуном? То, чтобы стать клоуном, надо многое уметь. Например, жонглировать, показывать фокусы. Или вот крутить обруч, как это делали наши артисты. Попробуй. Не расстраивайся. В цирке нет ничего невозможного. У меня есть волшебная феска, при помощи которой мы отправимся в увлекательное путешествие. Вначале на восток, к истокам циркового искусства. Затем увидим современный цирк и на секунду заглянем в будущее. Мальчик, я сказал, в будущее, не за кулисы. Вот оно, обыкновенное чудо. Мальчик, ты должен понимать, что в цирке, помимо обыкновенных чудес, очень-очень много необыкновенных чудес. Будь осторожен. Как это? Уважаемые друзья, убедительная просьба во время представления со своих мест не вставать. К барьерам не подходить. И детей от себя не отпускать. Мальчик, ты не должен мешать нашему представлению. И пока не подрастешь, держи меня крепко за руку. Вот это уже настоящее чудо. Как ты вырос. Но в любом случае, ты не должен мешать нашему представлению.
огромное за ваши бурные аплодисменты! Thank you.
Ну, вода тоже, она прилипает. Ну, что, блин? Физику, пойди сюда. Вот я написала, что сейчас сюда попросили. Thank you.
твоей жизни будет много-много обыкновенных чудес. Главное, сохрани в своем сердце любовь к цирку. Моя судьба, моя любовь!